сейчас будет лирика. Сколько лирики можно? Ну, посмотри, как она выглядит. Ой, хорошо, да? Неплохо, да. Now I found your love and I can't believe it's true. You're not the only one. Юлиана Узинская, 59 баллов. Ну что ж, я вот специально переместился в эту зону. Я давно не был в уголке Дурова. Но сегодня, я понимаю, сегодня у вас праздник, финал. Семен, когда ты зашел, наверное, в магазин, где продавали салюты, оно внезапно все стрельнуло. Да, и на меня все это осыпалось. На себя это все осыпалось. Да, я теперь весь блещу. Для артиста вот все-таки важен такой образ? Конечно, важен. Тем более для педагога по эстрадному пению, чтобы привлекать себе абитуриентов, студентов. Мне кажется, студентов. Люди уже уходят от твоих. Наоборот, приходят еще больше. А они выходят такие же, как ты? Но они такие же становятся сценичные, яркие, артистичные. Конечно, это нужно для любого артиста. Ну, я хочу сказать про Юлиану. Не хватило, конечно, мне эмоционального твоего настроя. Ты очень выступила формально. И можно сказать, как студентка обычного колледжа или института. Нам было важно твое педагогическое мнение. Ирина Ортман. Да, это одна из моих любимейших песен, Сэм Браун. Она прекрасна. И вы тоже, Юлиана, прекрасна. Мне понравились ваши субтоновые нотки. И эти переходы потрясающие. Чем очень меня удивили, я помню ваше выступление. Переходы в метро или где? Интонационные. Интонационные переходы. Все, что хотел сказать, здорово, супер, молодец. Сергей Лазарев. Серьезно, если говорить, то члены жюри, эксперты сегодня строги как никогда. Научил на свою голову. И вот пожинаю плоды собственной строгости. Я считаю, что это было очень хорошее выступление. Очень сексуальное, вокально очень мощное, сильное. И что мне больше всего понравилось, что по отношению к первому своему выступлению в нашем шоу вы были абсолютно другая. В первый раз вы были такая а-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, всех повеселили. И мы не понимали, вы сможете сделать что-то абсолютно другое. Сегодня вы доказали, что вы можете, что вы абсолютно универсальная артистка. Браво. Спасибо. Спасибо большое. Юлиана Узинская с результатом 59 баллов занимает первое место в тройке лидеров. С большим сожалением мы прощаемся с Люсине Арутюновой. Эти аплодисменты тебе, Люсине. Это финал.